Глобальная зачистка в России продолжается. Так, на этой неделе был задержан временно исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Как сообщает Александр Хинштейн, Пивкин задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков. На текущий момент проходят обыски и осуществляется выемка документов. Ранее в РИУ губернатор Самарской области сообщал, что в регионе проводятся работы по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями. Очевидно, что в ближайшее время мы узнаем о новых громких задержаниях в регионе. Также новости о задержании коррупционера, причастному к государственным тендерам, пришла из Кузбасса. Там, по подозрению в получении крупной взятки, сотрудниками регионального ФСБ России задержан начальник отдела по обеспечению праздничных мероприятий МАУ, губернаторский центр спорта Кузбасса. Спортивный функционер получил от одного из коммерсантов Кемерово взятку за выигрыш тендера по оказанию услуг на празднование Дня Победы. Сотрудники Следственного комитета задержали двух работников Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками. Задержаны были начальник отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Наталья Гордубей и заместитель начальника отдела Дмитрий Мосин. Их задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до 15 лет лишения свободы. Редакция «Момента истины», в свою очередь, продолжает принимать обращения от граждан. Если вы столкнулись с произволом или несправедливостью, свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.